Цена этой улыбки от 15 до 40 тысяч рублей. Забывчивость водителя полиция запротоколировала как штраф за несоблюдение масочного режима. На змей проходит. Дом Союзов и стал камнем преткновения, где остановили 7 автобусов. Без масок оштрафовали двоих, оба были водители. Но в списке нарушителей могли оказаться и пассажиры. Сегодня проходит совместный рейд по выявлению линейных работников, которые отказываются выполнять предписания Роспотребнадзора по соблюдению масочного режима. Также это касается и пассажиров. К пассажирам, судя по всему, отнеслись снисходительно, хотя юристы говорят, что маску обязан носить каждый и во всех общественных местах. Остановка тоже является таковой. Так или иначе, проверки продолжаются, и их обещают усилить. Со слов администрации, их проводят 3 раза в неделю. Каждый раз по итогу порядка 15 новых протоколов административного характера. Поэтому еще раз напомним, что сегодня забывчивость стоит дорого – от 15 до 40 тысяч рублей. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.